Всем привет! Хочу показать, какой у нас пипец. У нас вчера... Ой, блин, у меня даже дверь не открывается. У нас вчера все почистили, а теперь даже дверь не могу открыть. Ё-моё! Потому что тут корка заснеженная. Это же кошмар какой! Представляете? Я даже не могу, потому что корка здесь. У нас... Столько снега, это кошмар какой-то. Я, конечно, люблю снег, но не на такой же степени. Ой, сейчас я пролезла. Вы представляете? Еще и дождь прошел. Тут вообще ходить невозможно. Ужас какой-то. Это пипец. А мы хотели в магазин съездить за продуктами. Ну ладно, никуда не поедем. Это же кошмар какой-то. Интересно, кто нас спасать будет? Ужас какой-то. Ужас. Тут же вчера все почищено было вечером. О, слышите? Вот это звук. О. Кошмар. Мне надо до кухни доползти. Я там точно дверь не открою. Сейчас надо лопатку взять нормально. Ужас. Это у нас весь... Ой, тут тоже все замерзло. Она не вылезает. Это у нас... Весь вечер шел снег. А теперь идет дождик. А к вечеру все замерзнет. Вы посмотрите, какая елка прикольная стала. Ой. Ужас какой-то. Ужас. Снежный коллапс. Вы видите, какая елка? Вся такая нарядилась. Снегом. Или нарядилась, или укрылась. Ой. Котикам хорошо. Они там теперь в этом живут. Они не просто в вольере, они у меня внутри живут. Он сидит. Сейчас попробую вам поближе сделать. Сейчас, где ты, дети? Ой, это я не пойму. Ладно, надо поближе подойти. О, это кошмар какой-то. Так, ну сейчас попробуем. Вон он сидит. Да, на посту. А все остальные внутри домика. Ой, ребята, или не чистить сейчас, или попозже почистить. Я даже не знаю, сейчас почистим, скользко будет. Ой, тут вообще все почищено было. Я так не играю. Ой, кошмар какой. Так, ладно, надо... Чтобы было не скользко, я тогда почищу кусочками. И можно будет спускаться хотя бы. А потом тогда с другой стороны буду чистить. Опа. Ну это кошмар какой. Представляете, как у нас тут весело. Вон там сейчас, я думаю, тем, кто живет в Москве, тоже не весело. Вы там сейчас в пробках стоите. У нас, как всегда, наши дорожные службы не готовы к снегу. Большому количеству снега. У нас же все-таки мы же не зимний город. Поэтому у нас каждый год зимние эти дорожные службы не всегда бывают готовы. Для них это всегда
жидкость. Опа! Так. Мне главное, чтобы дверь открылась. Надеюсь, что откроется. Ой! Блин, он тяжелый какой. Собака. Так. Ну вот. Ну, вот так пока оставим. Хватит. Тропу сделала. Пока не буду ничего чистить. Потому что иначе все это, вот это даже вот этот кусочек у меня превратится в гололед. А эту часть буду уже чистить тогда, когда минус будет. Чтобы можно было здесь ходить. Ой-ой-ошечки. Я как чувствовала, вчера курам свет не выключала, не закрывала их. На улице тепло, думаю, не буду. Вечером им корм насыпала. Там все хорошо. Вот мне только до котиков нужно дойти, пусть покормить детей. Ну, где-нибудь через час схожу, покормлю. У них двухразовое питание у детей. Иногда трехразовое. Приношу понемножку, потому что замерзает. Понемножку все съедается. Хорошо. Ой-ой-ой. Вы представляете, что у нас тут? Что у нас тут делается? Ой-ой-ой. Кошмар какой-то. Так, главное, лопату взяла. Фу. Вот еще мне надо как-то за воротами почистить, иначе они тоже не откроются. Ну ладно, будем наблюдать. Одним словом, ой, у нас коллапс нижний. Сейчас вот здесь надо нормально почистить, потому что иначе я дверь вообще не открою. Ох! Так, ну что, дорогие мои, всех целую, обнимаю. Одной рукой не получается чистить, потому что снег тяжелый. Но мне здесь хотя бы надо немножко почистить. Все, вот такой у нас коллапс.